Працягваем выпуск. У сувязі з моцнымі маразамі ў рэгіёне працуюць пункты абагрэву для людзей без вызначанага месца жыхарства. Яны адкрыты пры раённых арганізацыях Чырвонага крыжа. У Гомелі стацыянарныя пункты абагрэву знаходзяцца па вуліцы Свірыдава 1, Матросава 6, Тельмана 39, а таксама Склязнёва на базе тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Навабелецкага раёна. Напярэдадні каля свята Троіцкага храма быў разгорнуты і мабільны пункт абагрэву. Специальная палатка, где можно не только отрымать ежу, горячие напои и теплое одение, але и переночевать. Минулой ночью подобной махшимостью скористались 6 человек. До того же в областном центре организованы пересонный пункт обогреву. Члены отрада худкого реагования, что день с 11 до 15 годин наведывают пункты сбору другосной сыровины, куда часто приходят люди без вызначенного места жихарства и пропонуют им горячее харчевание. Мы готовились к этой операции, поэтому мы закупили продуктовые наборы. На город Гомель это 600 продуктовых наборов, на область еще в общей сумме около 1000 наборов. Гигиенические наборы для этих людей, а также теплая одежда, варежки, шапки и носки. Пункты обогрева будут действовать, пока морозы не пойдут на спад. При понижении температуры областная организация Червоного крыжа готова снова организовать их работу в самый короткий термин.